ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Вот вы дорогу сейчас переходили с использованием наушников. Можно это делать? Да, при переходе проезжей части нужно исключить использование различных гаджетов, наушников, телефонов. По возможности нужно капюшон снимать. Какую еще ошибку допустили при переходе дороги? Вы не убедились в безопасности. А это основное правило пешехода при переходе дороги. С 21 по 25 сентября у нас проходит неделя безопасности. Конкретно сегодня у нас единый день безопасности дорожного движения. В рамках данного дня мы со студентами ПМК проводим акцию «Переходи дорогу безопасно». Напоминаем пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Напоминаем, как правильно необходимо переходить дорогу пешеходам. Студенты первого курса подготовили плакаты, подготовили листовки. Студенты старших курсов сегодня вышли провести вместе с сотрудниками ГИБДД акцию. Хочу напомнить, что с начала 2020 года на территории городского округа Первоуральск произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 3 из которых погибло, и 9 пешеходов получили травмы различной степени тяжести.